Цветет эта пальма раз в два года. Листья ее усыпаны колючими шипами. Отсюда название ее «Эритея вооруженная». Другое ее название – мексиканская или голубая пальма. Это дерево во время цветения – обязательный пункт экскурсии по парку. От всех других видов ее отличают свисающие кисти соцветий. Их длина может достигать 5 метров. Ну и необычная окраска – голубой оттенок листьев. Но это, скорее всего, защита от как раз испарения влаги, поскольку растения произрастают, их родина – это засушливые районы. Да? И чтобы уменьшить испарение влаги растениями, у многих растений, не только у пальм, есть такая защита. Да? Там или восковой налет на листьях, или там микроскопические волоски. Родина их – это Северная Калифорния, штат Аризона. Недалеко от дачи Надежды растет самая старая голубая пальма в дендрарии. Ее посадил сам основатель парка 113 лет назад. Наверняка дерево еще старше, ведь Сергей Худяков обычно привозил деревья со всего мира в Сочи уже взрослыми. Кстати, в этом году голубая пальма зацвела раньше. Июнь выдался необычно теплым. Всего в дендрарии растет с десяток таких пальм. Их цветение можно наблюдать до конца августа.